нашего гостя, который был буквально несколько месяцев назад, это Михаил Пореченков. Мне очень понравилось его определение работы в кино. Он сказал, что вообще это очень похоже на курортный роман, когда собирается группа людей, все страшно друг друга любят, они занимаются, значит, съемочным процессом на протяжении там нескольких недель-месяцев, потом с легким сердцем разбегаются в разные стороны и друг о друге не вспоминают. Поскольку вы человек, который неоднократно ставили театральные спектакли как приглашенный режиссер, вот с чем бы вы сравнили работу над театральной постановкой? С семейной жизнью. Не как с курортной роман, а как длительная семейная жизнь. Семья, в которой ты рождаешься, живешь, вырастаешь, своя семья получается много-много лет. Да, это такая семейная жизнь именно потому, многие считают кино делом легкомысленным и не очень полезным. Например, мой товарищ, замечательный актер Сергей Шакуров, утверждает, много снимавшийся, что кино ничего не дает актеру, что в этом пользы нет. А театр – это совершенно другое дело. Семья, семья. Я представила вас как режиссера, но, тем не менее, вы ведь являетесь и театральным критиком, и заместителем редактора журнала, и телевизионщиком. Расскажите, как происходило ваше перевоплощение от студента, получившего образование театроведа, вот к режиссуре? Каким образом? Это все очень просто и очень естественно произошло. Сначала я искал институт, в который поступать. И я жил тогда в Ташкенте, и не узбекские кадры, не национальные кадры принимали крайне неохотно. На исторический, куда я хотел, на журналистику, куда я хотел, на филологический, куда я хотел. И, наконец, мне сказали, знаете, вот беспартийного, да еще не местные национальные кадры могут принять в театральный институт. Там есть театроведческий. Это писатель тоже, но о театре. Ну, я пошел, поступил. Институт назывался, простите, ТТХУИ. Я поступил в эти, значит, в ТТХУИ, там учился 2 года. Через 2 года я поскандалил с одним очень крупным театроведом московским, который приехал в Ташкент. И он мне сказал, что я ему глубоко антипатичен, но он просит, чтобы я переехал к нему учиться в Москву. Я переехал в ГИТИС учиться на театроведческий факультет и думал быть только театральным критиком, только театроведом. И закончил факультет, ушел в армию, учился у самого завлита Станиславского, вернулся, написал около, по-моему, 600 статей, курировал театры Дальнего Востока, а потом неожиданно оказался ведущим телевизионной программы на канале «Россия». Тогда канал «Россия» только возник, и решили демократичным образом выбрать, кто бы вел программы. И у специалистов в сфере кино спросили, кто бы мог вести программу о кино. Они проголосовали, выбрали. У медицины какой медик. И у режиссеров театральных и драматургов, актеров спросили. Они назвали меня. И я стал вести телевизионную программу. Потом однажды сбежал режиссер, недовольный оплатой. И я оказался за 2 дня до эфира, вы как телевизионщики меня должны понять, без режиссера, никогда этим не занимаясь. Я испытывал огромный ужас перед телекамерой, да, ТЖК так называлось. Вот. И пришлось за 2 дня научиться профессии. И я стал режиссером телевизионных фильмов программ. С тех пор их выпустил около 150 документальных фильмов о театре. И цикл целый из 100 фильмов «Враг народа» выпустил. А потом однажды со съемочной группой приехал в город Новосибирск и так лихо руководил съемочной группой, что директор театра мне сказала: «Слушайте, вы так решительно руководите, может, вы спектакль поставите?» Я подумал: «А, побалуемся, побалуемся». Ну вот, и поставил. Почему-то зрителю понравилось. Сейчас я ставлю 33-й спектакль. Как раз во Владивостоке. Как я уже сказала, ваши спектакли знают по всей России. Вы много ставили в разных регионах и на Дальнем Востоке в частности. Да. Например, вы достаточно надолго задержались в Хабаровске. Да, да. 4 сезона. И во Владивостоке вы тоже не впервые. Имеет ли смысл говорить о театральной публике здесь, на Дальнем Востоке, как о каком-то отдельном явлении? Имеет смысл. Они разные, разные. Ну, как может не влиять на характер зрителя Владивостока вот бухта?
Золотой рок. Жители Владивостока более авантюрные, более ироничные, с большим юмором, более свободные. Люди, живущие в прибрежных городах, в портовых городах, это немножечко иные люди. Люди, живущие на берегах рек дальневосточных, чьи предки приехали сюда, ну, 100 лет назад, ну, меньше, но чуть больше. Это совсем другие люди. Я очень люблю дальневосточников. Это не совсем провинция, это иной центр. Понимаете, когда я ставил на Сахалине, мне две актрисы сказали: «Отпустите нас на воскресенье, у нас халтура». И я подумал, ну, маленькая зарплата, надо зарабатывать. И говорю: хорошо, девочки, не репетируйте, я буду с другими. А куда вы едете на халтуру? Они говорят: да в Токио. Значит, они на халтуру в Токио едут. Дальний Восток – это не совсем. Я знаю хорошо публику около Волги, публику сибирскую, абсолютно разная публика. И вынес отсюда убеждение, что, знаете, Москва – это огромная башня, которая отбрасывает тень во все стороны. Надо из-под этой тени выбраться. Вот это существенная вещь. Другие люди на Дальнем Востоке – абсолютно. Какие-то ключики специальные подбираете сейчас, ставя спектакль именно к зрителю? Ну, я себя чувствую свободнее, потому что среди дальневосточников я чувствую себя более естественным. На Волге, например, или в Центральной России, когда ставишь, там есть глухая провинция, пришибленность людей, там свободного юмора или остроты формы такой себе позволить немножечко сложнее, чем в Сибири и на Дальнем Востоке. Это учитываю, конечно, учитываю. Это три слова, строчка Александра Галича. «Беды плодятся весело». Вот это, пожалуй, будет главное. А против Шекспира мы погрешили только в одном. У нас Джульетта себя не закалывает. В пьесе она закалывает себя кинжалом, да еще уже воткнув по рукоятку, успевает сказать: «Сиди в чехле». Мне это показалось невозможным на современной сцене. И мы придумали Джульетте немножечко другую смерть. Не расскажете, какой. А какой смысл? Пусть смотрит. Отлично. Создали интригу. Более естественную смерть, да. Однажды прочла высказывание Святослава Рихтера, очень известного пианиста. Он сказал: как я понимаю профессию музыканта, для него практически самая важная вещь – это сомнение. Причем чем больше твой талант, тем больше должно быть сомнения. Вот в режиссерской работе имеет место сомнения, они вам помогают, мешают? Ну, конечно, сомнения есть,
Но они, знаете, когда появляются? Перед сном и до утренней репетиции. Вот иногда ночью не спишь. Когда курил, ходил из угла в угол, курил. Иногда думаешь. Сомнения – это не для публики, это не для актеров, это для себя. А дальше ты выходишь абсолютно ни в чем не сомневаясь. Ни внешне, ни внутренне. Режиссер обязан знать все. Он должен быть образованнее своих актеров, чтобы уважение было к нему какое-то. Он даже должен все знать, быть абсолютно уверенным. И даже кто-то, кажется, Станиславский пошутил, рассказывая своим ученикам, что если спрашивают режиссера актеры, скажите, я вот играю ангела, покажите, а как ходят ангелы? Надо сказать, как? Ты не знаешь, как ходят ангелы? Возмутиться и показать. Режиссер обязан знать все. Никаких сомнений. Наедине с собой только ночью. У вас уже был опыт работы главным режиссером в некоторых российских театрах. А вот если мы представим себе некий идеальный театр, которым вы руководите и которому нужно составить репертуар на сезон. Вот в вашем сегодняшнем настроении, с вашими сегодняшними предпочтениями, вот какой бы это был это, вы знаете, вы будете удивляться, это был бы детский театр. О, да. Интересно. Мне очень нравится ставить для детей. Я часто ставил для детей. Не так часто, как хотелось. И у меня много идей для детей. И дети мне нравятся больше взрослых. Мне нравятся они способностью к игре, к непосредственности, к театральности, готовности принять любую условность. Выйдешь с бумажкой, лес, и дети верят, что вокруг лес. Мне очень хочется создать театр для детей, или, по крайней мере, ставить для детей. Это самая большая публика, замечательная. А для взрослых мне хочется ставить те вещи, которые бы их утешили. Я бы сделал театр, который бы назывался «Утешение». Люди страдают, людям трудно, и все больше и больше становится трудно. И искусство отчасти должно утешать. Вот если бы найти такой юмор умный, который бы мог утешать, такую печаль, которая бы могла утешать, вот это, мне кажется, главное – создать театр утешения. А в Москве можно было создать театр под названием «Провинция» и показать в Москве, какие лучшие спектакли и лучшие актеры в провинции есть, которые порой образцы эти недостижимы для столичных жителей. Я сам являюсь столичным жителем, поэтому это знаю. Владимир Борисович, у вас такие прекрасные идеи, вы не пытались реализовать их в жизни? Мне кажется, обречены на успех. По-моему, прекрасно. Я много идей уже воплотил, много, надеюсь, удастся. Что-то не удастся, эти пока нет. А зрителям какого из московских театров вы чаще всего являетесь? Я связан был не с театрами, а с режиссерами. Есть замечательные режиссеры в Москве, но был, умер не так давно, Петр Наумович Фоменко. Я смотрел все его спектакли, ходил. Есть режиссер Михаил Левитин в театре «Эрмитаж». Я проработал долго в этом театре. ЧУЗ московский, там работают Кама Гинкас и Генриетта Иновская, тончайшие режиссеры. Из более молодого поколения режиссер Бутусов, он ставил в «Сатириконе» и ставит. В Петербурге много театра Ленсовета сейчас возглавляет. Есть люди, и я хожу смотреть их спектакли. Да. Вот интересно, да, при том, что публика чаще ходит на актеров, да, профессионалы театра, как сейчас выяснилось, ходят на режиссеров. По очень простой причине. Что такое актер? Это спичка. Он горит, вот горит спичка, и ценится огонь. Спичка горит. И никто не думает, кто ее поджег. А ведь кто-то ее поджег, а если бы никто не поджег, она бы не горела. Вот это очень существенная вещь. Даже, знаете, бывает так, какой-то театр, в нем неинтересные актеры, в нем слабая труппа, и вдруг приходит режиссер, и все удивляются, откуда эти гениальные актеры? А откуда эта потрясающая труппа? Откуда они все? Они что, пришли только что? Да нет, они были всю жизнь, их подожгли. Поэтому для меня очень важно, где режиссер, который умеет поджигать. А мой, наверное, финальный вопрос, и он традиционный для нашей программы. Программа называется «В гости». И каждого гостя спрашиваем о родном городе. Вы уже сказали, что у вас это Ташкент.
Ташкент – столица Узбекистана и один из самых больших городов Центральной Азии. За свою историю Ташкент сменил множество имен, последний из которых он получил в XI веке. В переводе с узбекского слово «Ташкент» означает «каменный город». В исторической части столицы Узбекистана сохранились до наших дней уникальные памятники средневековой восточной архитектуры. Не менее интересны и современные достопримечательности города, главная из которых – Площадь Независимости. На ней расположены административные здания Кабинета министров и Сената, а также памятник независимости, выполненный в виде земного шара с очертаниями границ государства. Сегодня вы связаны со своей родиной или нет? Я связан. Я туда не могу не возвращаться. Раз в полгода я испытывал ностальгию и ездил, потом раз в год. Сейчас уже раз в 3 года. Не могу не вернуться. Я не могу туда не возвращаться. Там уже нет близких, нет родных. Многие друзья разъехались по свету. Кто в Австралии, кто в Чикаго, кто в Москве, кто где. Но я все равно туда приезжаю. У меня осталась там подруга, которая стала из искусствоведа, превратилась во владельца изумительных ресторанов. У нее и сына, кажется, 8 ресторанов. Они очень обижаются, когда я не в них обедаю. Я живу там, я гуляю по городу, и я люблю свою родину. Невероятно. Мне очень горько, что появились границы. Мне очень печально, что замечательная дружба народов, которая была, распадается, тает, исчезает. Я возвращаюсь в Ташкент, да. Он вообще со мной, вот в кармашке. Я благодарю вас за этот разговор и спасибо, что заглянули к нам в гости. Спасибо.